Надька-то в тебя влюбилась. Ну что, она сама что сказала? Я ее без слов понимаю. Нас отцы дружили, а мы с ней с детства росли. Ну, расписывайтесь, что ли? Семь переездов за 3 года. Смелее, девочки. Письмо же от наших пришло. Они будут устраиваться на новом месте. Наш мужья теперь в одном звене. Будем дружить. Товарищ майор такой молодой, а уже 2. Жена с ним. Так что не клади глаз. А как положит, так и обратно возьмет. Тихо как-то. Значит, кто-то из вылета не вернулся боевого? Я не могу больше. Вот сил нет. Что это такое? Детей буди. Надя, Надя, ты же знала, за кого ты выходишь. Теперь терпи. Я сама и терпела, и плакала, и страдала. Мужа сгноил. Я тебя предупредил. Я ему рожу начищу. Ты попадешь по трибуналу. Что ты делаешь? Подождите! Стой! Ладно. Оформим, как найденыш. Нет! Говори, чей ребенок. Ну, кто здесь ребенка? Называй! Надин отец. Немец. Но ты даже не спросил, почему нам пришлось ее скрывать. И записывать, как свою родную дочь. Так вот именно поэтому. Ты понимаешь, чем это всем нам? По-хорошему, лежать бы ему в госпиталь. С его ранением ног осторожны надо быть. Ты что? Это ведь пенсия, а не смертная казнь. Кроме службы, у тебя есть я. Есть наши дети, внуки. Отдай пистолет! Да пусти ты! Напомни, ты кто по профессии? Я с 18 лет за Николаем по гарнизонам. Офицерская жена. Это профессия? Как вам, деточки, передать эту радость, когда вернулся Коля в новой форме, седой, почти такой молодой, про повязку свою сказал, пусть миновала его беда. И в Маньчжурии, и на Холхенголе, день, когда он пришел, и наши танцы стол, а забыть не могу я никак. Зажжем. Терпение вам.